Так, что у нас? Нойзи-бой прибыл. Сколько же на нем таможенных штампов? Весь мир объездил. Лондон, Япония, Бразилия, Сан-Паулу. Он 2 с лишним года не был в Штатах. Может, потому его и продали по дешевке, умник? Решил остаться? Ладно, это Бэйли. Она пару недель за тобой присмотрит. Что? Забыл сказать, я его здесь оставлю на пару недель. Чарли! Ну, или на месяц. Ты должен мне деньги. Я что, неясно сказал? Там настоящий робот-боксер? Это Нойзи-бой. Слышал о таком? Конечно. Он же бился за титул с Рубиконом в 2016-м. Так. О, черт возьми, какой красавец. Но композитную броню ему поменяли, осталось проверить начинку. Я тот бой с Рубиконом 20 раз смотрел. Он бы уложил его в 3-м раунде, но Рубикон провел свой сокрушительный левый хук. Ну что ж... Расслабься, он свой, он за нас. Не смешно. А мне понравилось. Кстати, у него есть голосовое управление. По-моему, нет. На чемпионате не было. Скорее всего, это в Бразилии установили. Они там помешаны на голосовых примочках. Правый, левый, апперкот! Не работаю. Правый, левый, апперкот! Не зря он так дешево стоил, а я повёлся. Дай секунду, я попробую починить. Нет, ну ты смотри, как его начистили. Дай пару секунд, я кое-что проверю. А сразу ты глянуть не могла, а? Миги Хидари. О, что ты сказал? Это был японский? Апукато Никай. Я поменяю языковые установки. Откуда ты знаешь японский язык? Из видеоигр. Ты играешь в игры на японском? Японские пиратки – самые лучшие. Так, дай. Ну все, готово. Я настроила язык и нашла командную матрицу. Ага. В него забили массу комбинаций. Их список здесь. Так. Верхний зал! Неплохо, да? 2 вспышки! На взлет! Давно мне так не везло. И кто все сделал? Спасибо. Пожалуйста. Бэйли, помоги погрузить его, а я схожу за твоими деньгами. Дай мне ключи. Я еду с тобой. Исключено. Почему это? Просто не хочу тебя брать. Ясно? Или едем вместе, или вылавливаю ключи из люка. Тебе выбирать. Ну так что, папуля? О, стой. Еле поймал. Ты видел? О-о. Не делай так больше. Страшно, не делай. Да? Не делай. Не делай. Вот так нет. Вот? Нет, залезай. Да садись уже. Только ключи отдай. Отдам, когда буду в кабине. Спасибо, папаша.